Детское отделение клиники «Эксимер» ведет прием юных пациентов любого возраста, начиная буквально с первых дней жизни. Здесь работают специалисты с огромным опытом лечения широкого спектра заболеваний глаз у детей. Применяются самые передовые и действенные методики, предлагаемые современной офтальмологией. Ведь именно в детстве легче всего справиться с большинством глазных заболеваний самыми щадящими методами. Дело в том, что отсутствие жалоб у ребенка еще не показатель того, что у ребенка нет проблем со зрением. Порой дети не понимают, что видят плохо, просто потому, что не знают, что значит видеть хорошо. Зрительная система ребенка развивается и постоянно изменяется, и поэтому требует динамического наблюдения, даже если все функционирует правильно. Поэтому как минимум один раз в год ребенку необходимо проходить диагностическое обследование на современном оборудовании. Диагностика у малышей всегда была непростой задачей, ведь они не могут долго фиксировать взгляд, точно выполнять указания врача, четко определять свои ощущения. Именно поэтому проверка зрения в клинике «Эксимер» проводится на специальном педиатрическом оборудовании, которое устроено таким образом, что результат не зависит от правильности выполнения ребенком каких-либо действий. Часто исследования похожи на игру. От малыша не требуется точной фиксации взгляда. Приборы сами следят за движением глаз, снимая все необходимые параметры бесконтактно и очень быстро. Такое обследование определяет даже скрытые формы заболеваний и риск возникновения каких-либо нарушений. Для профилактики и лечения нарушений аккомодации, нарушений бинокулярного зрения, дальнозоркости, близорукости мы применяем физиотерапевтические методы, такие как лазер-стимуляция, магнитотерапия, аппаратное лечение, применение компьютерных программ, вакуумный массаж. Даже с такими серьезными заболеваниями, как амблиопия и косоглазие, в большинстве случаев можно справиться с применением физиотерапевтических щадящих методик лечения. В процессе комплексного терапевтического лечения активизируется кровоснабжение и питание всех структур глаза и центральных отделов зрительного анализатора, повышается зрительная работоспособность. Комбинация процедур подбирается индивидуально для каждого ребенка. Большинство лечебных программ, которые применяют в клинике, представлены в игровой форме. Детям интересно заниматься, что тоже сказывается на эффективности лечения. Специалисты клиники «Эксимер» владеют современными методиками и прекрасно разбираются в психологии маленьких пациентов. Это позволяет проводить диагностику и лечение наиболее эффективно и максимально комфортно и для детей, и для их родителей.